из беседы святителя Иоанна Златоуста. О терпении обид и возрастании в любомудрии. Часто приходится слышать, меня обидела сестра или брат обидел, не могу, говорит, никак, вот, да и обидела ты меня, я не виновата. Совсем я в этом не виновна, не так было сказано, но обида есть. Как это претерпеть, говорит святитель Иоанн Златоуст. Итак, если кто станет осмеивать тебя, ты вспомни о твоем владыке. Ему поклонялись с насмешкой. Он исцеляет людей. А ему говорят, это он делает силой князя Бесовского, Вельзевула. Представьте. Да может и, говорит, быть, чтобы сам себя он изгонял. Его бесчестили словами и делами. Над ним много смеялись, а он не только не мстил тем же, но за все воздавал противным кротостью и терпением. Ему-то станем и мы подражать. Через это мы в состоянии будем избавиться и от всякого оскорбления. В самом деле, не тот, кто оскорбляет, но кто малодушествует и огорчается оскорблением, бывает причиной оскорбления, так как придаст ему язвительность. И ведь если бы ты не огорчился, оскорбление не было бы для тебя и оскорблением. А чувствовать огорчение от оскорбления, это зависит не от тех, которые причиняют их, но от тех, которые им подвергаются. То есть, если бы на обиду ты не ответила обидой, оно на этом бы и прекратилось. Но на обиду ответила обидой, огорчением, ну а дальше пошло уже, вспоминается... Какие-то что-то когда-то было сделано, какие-то, а ты вот тогда сказала, я тогда-то что-то, да... Да из-за чего тебе огорчаться? Если тебя оскорбили несправедливо, в таком случае приличнее всего не негодовать, а жалеть о том, оскорбителе. Если же справедливо, то тем более надобно быть спокойным. Это я говорю об оскорблениях действительных. Если же кто станет укорять тебя за бедность и незнатное происхождение, ты посмейся над ним. Это служит бесчестием не для того, кто слышит, но для того, кто говорит, так как он не имеет любомудрствовать. Но когда это говорится, скажешь, в присутствии многих, которые не знают истины, тогда рана бывает невыносима. То есть, если бы он или она сказали бы один на один, то бы, а то при всех... При всех, да если еще и на видео сняли, это многие увидят. Вот где обида-то, огорчение-то получается. Напротив, тогда-то особенно это и выносимо, когда предстоит пред тобой множество свидетелей, которые тебя хвалят и одобряют, а того укоряют и осмеивают. Ведь у людей рассудительных не тот пользуется почтением, кто мстит, но тот, кто ничего не говорит в ответ на обиду. Если же между присутствующими не найдется ни одного рассудительного, в таком случае еще более посмейся над своим обидчиком и порадуйся зрелище небесному, потому что там все тебя похвалят, будут только плескать тебе и одобрять тебя, если ты не ответишь на обиду. В таких-то помышлениях будем и упражнять себя. Нет никакого вреда в том, когда мы промолчим в случае оскорбления, а напротив, вредно мстить за оскорбление. Если бы действительно было вредно в молчании переносить оскорбительные слова, то Христос не сказал бы, кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Матфея 5 глава. Потому, если кто скажет о нас неправду, будем жалеть о нем, потому что он навлекает на себя наказание и мучение, назначенное за злоречие, и становится даже недостойным чтения Священного Писания. Гречи же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои, и берешь завет мой в уста твои, сидишь и на брата твоего клевещешь. 49-й псалом. А если бы он сказал правду, то и в этом случае он достоин сожаления,
Ведь и фарисей говорил правду, но тем нисколько не повредил тому, кто слушал его, а напротив еще принес ему пользу, а себя самого лишил бесчисленных благ, потерпев кораблекрушение от этого осуждения. Таким образом, в том и другом случае, кто оскорбляет тебя, терпит вред, а не ты. Ты, напротив, если будешь внимателен, приобретешь сугубую пользу. С одной стороны, ты умилостивишь Бога своим молчанием, а с другой сделаешься гораздо скромнее, найдешь в сказанных о тебе словах повод к исправлению своих поступков и научишься пренебрегать славою человеческой. А ведь и от того происходило для нас огорчение, что многие крайне пристрастны к мнению людскому. Ах, что подумают о мне люди? Она сказала, а теперь будут думать что-то обо мне, там, мнение людское. А нужно, говорит, думать, а что обо мне подумает Бог, ангел-хранитель и все святые, которые мы пребываем с молитвой, что они подумают о нас? Вот если так мы захотим любомуться, то ясно узнаем, что все человеческое ничтожно. Научимся же этому и сообразив свои недостатки, станем мало-помалу исправлять их, определить для себя, исправить в настоящий месяц один недостаток, в следующий, затем другой, а еще в следующий, третий. Таким образом, восходя как бы по некоторому рода ступеням, мы достигнем неба по лестнице Иаковлевой. Мне кажется, это лестница вместе с тем зрелищем, какое видел Иаков, указывает и на постепенное восхождение по лестнице добродетели, по которой можно взойти от земли на небо, не по ступеням чувственным, но через исправление и улучшение нравов. Аминь.